1 июня в Софийский собор Самары прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Это одна из христианских святынь. По преданию, Богородица сплела его из верблюжьей шерсти и носила всю жизнь. По преданию, сама Пресвятая Дева Мария отдала его в свое время на хранение апостолу Фоме. Потом он какое-то время хранился среди ранних христиан, среди верующих людей. И в начале 5 века был торжественно перенесен в столицу, тогда молодую еще столицу, новую Константинополь. И с тех пор хранился там. Со временем его разделили на несколько частей. Основная часть пояса Богородицы хранится на Афоне. Небольшой фрагмент этого пояса в 2011 году был передан на хранение в Казанский кафедральный собор в город Санкт-Петербург. Православные верят, что прикосновение к святыне избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства. Она помогает. Господу тоже благодарю за все. Очень сильно благодарю. Особенно моим детям помогает. Фрагмент пояса Богородицы пробудет на Самарской земле до 17:00 4 июня. Молебны перед святыней будут служиться по окончании божественной литургии в 12:00, 15:00 и по завершении вечерней службы. Галина Топилина, Константин Головин. События.